Вот мы находимся сейчас в Лоуренс-молле. Никого нет, чуть больше 9 часов утра. За окном сегодня сильный снег идет. Не холодно, но сильный снег идет. Народу мало здесь тоже, соответственно. Рано еще, тем более. Магазинчики все почти закрыты, еще не открывались. Но архитектуру мы, конечно, можем посмотреть. Какие здесь своды потолочные. В целом красиво, но этот молл довольно-таки, в общем-то, запущенный, такой периферийный. А там фудкорт. Постепенно жизнь оживает, прибывают люди и работники.